Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как установить разблокировку с помощью лица на Nokia 5.3. Для этого заходим в настройки, ищем пункт «Безопасность» и нажимаем на пункт «Распознавание лица». Нажимаем на «Настроить блокировку» и можем выбрать конфигурацию распознавания лица плюс графический ключ, распознавание лица плюс пин-код и распознавание лица плюс пароль. Выбираем любой. Вводим наш графический ключ или пароль, или код, что вам будет удобнее. И после этого мы можем настраивать распознавание нашего лица. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!